Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, и в этом видео хочу вместе с вами полистать такую замечательную раскраску. Питер Пен Джеймса Барри нарисовала Фабиана Атаназио. Классная такая обложка, очень симпатичная, она такая выпуклая, блестящая. Вот по толщине такая, но я думаю, многие знают, обзоры уже на нее были. Я ее приобрела на книжном складе «Трансконтейнер» за 50 рублей. Цена тоже, как понимаете, замечательная. Правда, я ее взяла не для себя, а для другого блогера Ани Ткач. В общем, давайте ее с вами полистаем. Так, сразу фокус. И в связи с тем, что она все-таки не моя, будем ее листать аккуратно. Не буду ее сильно раскрывать. Здесь какой-то текст еще присутствует. Я просто не знаю, может быть, я для себя потом ее приобрету, может быть, нет. Ну, просто на момент, когда я ее покупала, там она была одна. Но перед этим я, когда там была... Много раскрасок таких присутствовало, и, в принципе, я могла купить, но я вот как-то два раза полистала, вроде бы и понравилось, и в тот же момент как-то я решила, что оно мне не надо. Но в любом случае, обзор я сделаю, раз у меня есть раскраска. У меня книжка была в детстве «Питер Пен». Ну, тогда вообще такие издания... которые были с играми, где можно что-то вырезать, там еще что-то. Их вообще было очень мало, то есть их доставали. Ну вот меня родители и моя бабушка всегда доставали. Но, правда, у меня еще как бы в семье была возможность такая распечатывать все вообще в неограниченном количестве. А как бы в советское время, в принципе, знаете... там всяких копировальных машин, они были все под номерами, их было несколько, да, вот у нас в Москве. И мне родители как-то покупали эти дорогущие книжки, но при этом как-то всегда говорили, что ты там их листай, читай, а играть, там раскрашивать, еще что-то, это мы тебе напечатаем. Вот. Ну и мне как бы и моим подружкам печатали. Вот. Классная иллюстрация. Но мне всегда почему-то хотелось именно в книжке. А потом, когда я выросла, моим племянникам родители подарили эту книжку «Питер Пен». Я помню, так обиделась, потому что... Ну, им родители сразу разрешили все резать, пачкать и портить. Вот. Я еще очень жалею, у меня, знаете, были такие советские раскраски, наверное, люди моего поколения помнят, они были такие толстые-толстые. Вот, и, кстати, можно сейчас скачать в интернете без проблем. Вот, тоже у меня их было достаточно много, и я помню, в детский сад и в школу мне, и подружкам мама печатала, ну, а сама раскраска просто лежала. И потом тоже подарили кому-то из родственников. А жаль, сейчас бы была бы. Потому что еще какое-то время назад можно было на Юле ее приобрести. Я что-то поленилась, потом уже не нашла. Нет, красивые иллюстрации здесь, очень миленькие. Ну, вот я себе Белоснежку купила. В принципе, пока мне... будет достаточно. А там поживем, увидим. Вообще, конечно, здорово, что вот у нас есть такой склад, где можно все это приобрести по доступным, в общем-то, ценам. Но я вот, знаете, я как бы все подряд не беру, я все-таки стараюсь выбирать то, что мне нравится. Ну, а потому что в основном там все-таки цены там 50-70 рублей, в итоге все равно набегает достаточно большая сумма, и я как-то так стараюсь каким-то раскраскам по нескольку раз присматриваюсь, чтобы уже, знаете, так четко понимать, надо оно мне или не надо.
Ну вот это реально неплохая такая. Вот этот разворот очень красивый. Ну вот, это была вся раскраска. Вот еще Алиса в стране чудес из этой серии есть. Ну, по-моему, вот я говорю, когда первый раз я была, там все три варианта были. Если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Вам не сложно, а мне приятно. Поможет развитию канала. На 3000 подписчиков обязательно устрою конкурс с хорошими призами. Ну, это будут раскраски, конечно же. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там, возможно, тоже когда-нибудь проведу конкурс. Просто как бы на YouTube-то я периодически устраиваю конкурсы, а в инстаграм я еще никогда ни разу не пробовала. Поэтому когда-нибудь начну. Огромное вам спасибо за просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока!